Всем привет. Помимо дорогих иномарок, также к нам заезжает и отечественный автопром. Перед вами Веста. Клеивать мы будем капот и ручки дверей. Короче, ссор есть. На капоте один скол, а это ссор черный. Ну, это может быть что-то въедается. Готовим капот на 200 коклейки. Глиним. Пьем. Да, в любом случае надо чищать, хоть и машина новая, на ней меньше 1500 пробег. В любом случае, чтобы ссора было максимально меньше. Максимально не должно быть вообще. Ну, это... Максимально меньше. Это фантастика. Это не фантастика, это реальность. Ну, чтобы ссоры не было, все равно пыли на жене, не вакуум. Так, пока клеим ручки на Весту. Здесь самая главная проблема, то что это белый цвет, поэтому надо всегда вот здесь эти места все полностью очень хорошо прочищать, иначе будет все видно под пленкой. Обязательно подворачиваем углы. Изнутри тоже все промазано праймером, чтобы все хорошо держалось. Камеру протер? Протер. Все, можно снимать. Так, это у нас сабля передняя получается от Прадика. Судя по всему, от 150-го. Новый абсолютно. И надо нам ее затянуть в бронепленку, чем сейчас и займемся. Чтобы во время эксплуатации пленка не отстрелила, обязательно края промазываем праймером. Ну, не всегда обязательно, но там, где это необходимо. Ну, потому что натяг здесь будет достаточно большой, серьезный. Вот в таких вот в углах все промазываем. Самое ответственное занятие – отрезать пленку и не поцарапать при этом элемент, который ты делаешь. Макс у нас практически хирург. Также работаем с коммерческими организациями, вот готовим наклейки. А обклеивать мы будем, Максим, кого? Газовые баллоны. Газовые баллоны. То есть, как я и говорил ранее, работаем мы не только с автомобилями. Так подготавливаем. Теперь, кому интересно, как наклеиваются такие вот наклейки. То есть вот есть у нас наклейка, она на плоттере вырезана. Теперь на нее мы клеим монтажку, через которую как раз будем переносить на оклеиваемую поверхность. Потом покажу, как уже будем клеить их непосредственно. А перед газовыми баллонами нам нужно еще заехать на железную кухню. Ребята занимаются покраской, а там у них стоят двери, да, там двери, по-моему, идут от фур, лента. Так что мы еще и на ленту иногда чуть-чуть работаем. Давай, держу. Вот створки от фур лентовских. Сейчас по контуру клеим сначала светоотражайку, ну а потом сам надпись ленты будем клеить. Все, светоотражайка на месте.
Теперь осталась только лента. Чем сейчас и займемся. Все, с Ленкой покончено, мчим дальше. С Лентой разобрались, теперь мы едем оклеивать метановые мощные баллоны. Какой мощный? Мощные. Метановые, они очень мощные. Они очень тяжелые. Очень тяжелые и очень мощные баллоны. И, в принципе, наверное, на сегодня уже закончим. Сегодня у нас пятница. Ладно, я еще поеду разбирать Мерседес. Заезжаем в технопарк Жигулевская долина. Здесь делают вещи за бешеные бабки, да? Разрабатывают новые технологии. Сколково вот тут по Тольятти. Да, да, так и есть. Вот сюда и приехали мы за нано-мега-гига-гала метановыми баллонами. Что-то бред, не снимай его. Да-да, я тоже думаю. Вот так вот просили сделать работу, то есть на баллон уже установлено клеить. Это реклама. Зачем так, не выясняйте, мы не в курсе.